Нет, ворот твой представляет. Привет, ребята! В этой серии вы узнаете, какая ягода повышает наше настроение и какого цвета бывают бананы. А вот и я, дракончик. Итак, продолжается мое путешествие. Я иду к своим друзьям, а по дороге мне нужно собрать фрукты и ягоды. Потому что у моих друзей жулик-проказник украл все ягоды и фрукты. А в ягодах и фруктах содержится же много витаминов. Банан содержит витамины, которые повышают настроение. А на моем пути попадаются злые чудовища, которые мне нужно победить и собрать бананы и яблоки. О, какой! Оп! Вот какой я смелый! Ой, кто это тут такой? Ой, вот это да! Ну ничего, я никого не боюсь. Получай, получай! Вот так тебе, ай! И мне немножко страшно, но я стараюсь идти вперед. А вот оно и яблочко наше. А вы помните, что яблочки кушать нужно с кожурой, так как она очень полезна? Оп! Кто это еще здесь? Вот. Вперед. Оп. Успел. Чем больше соберу фруктов и ягод, тем лучше для меня. Отнесу им моим друзьям. Оп. Успел. Зеленые яблоки очень полезны для наших костей и зубов. А еще они улучшают наше зрение. Продолжение следует. Кто там? А ну-ка выходи. А еще я помню, что бананы – это ягода. О, вот! Со ступеньки на ступеньку! Выше, выше! Вот, еще быстрее! Ох, падаю! Выше! Вот какой я! Если нужно, то я все преодолею. Я все смогу. Выше, выше! И если я упал, ничего страшного. Поднимусь и побегу дальше. А, вот оно что. Вот он какой-то с крылышками попугай. Он злой, он мне мешает. Но я его не боюсь. Ой, зеленый какой-то дракончик был. Что это у него на хвосте? Какая-то булава. Иди отсюда, не мешай мне собирать фрукты. Вот так. Вот. А вы знаете, что бананы бывают не только желтые, но и красные? Только красные бананы долго не хранятся, и поэтому их нельзя перевозить. А ну-ка, ребята, спросите у своих родителей, знают ли они, что бананы бывают еще и красные. Если вам понравился этот мультик, нажимайте сюда и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! До следующей встречи!